Всем привет, с вами Лорд Вуду. Мы продолжаем прохождение игры «За гранью две души». Мы сейчас ставили над собой опыты. Ну, точнее, не опыты, а работали, так сказать. Когда дух улетает далеко от девочки, от этой, от тетеньки, как ее там зовут-то, я еще не знаю, начинает Джоди. Себя хреново чувствовать. Джоди. Пошли отсюда. Ясно. Беспалевно так пришла, в сортире отсиделась, ушла. Теперь на вечеринку. Интересно, тут сюжет построен, тут там кусочек. Типа вот так вот по кусочкам мы соберем сюжет, да? Теперь опять вернулись нам, куда она была. Слушай, подростка, девочка. Можно я не пойду? Джонни, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. А вдруг они злые? Да и платье дурацкое. Ну, платье опять, вот с одежкой проблемы вечно. Вернемся. Ну, успокойся. Нет причин для паники. Это просто день рождения. Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. Иди. Сколько интересных лет исполняется. Эти шарики показывают, обозначают, что мы можем что-то сделать правым стикером. Стихи Эдгара По. Их можно и не заметить. Это букинистическое издание. Ей понравится. Не бойся. Все будет хорошо. Я приеду в 5. Удачи. К родителям привезли, походу. Или к бабушке какой-нибудь. Ей понравится. Ну пойдем, нравится. Раз понравится. А, Джоди, заходи. Здравствуйте. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких более или менее. Это подарок? Клево. Я пошла, дочка. Развлекайтесь, только без глупостей, ладно? Да, мам, как скажешь. Кто наконец-то это такие? Свалила. Ребята, это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Нет. Типа того? Нет. Тусуем! Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Тут типа все детишки такие. Пришибленные. Давай музыку включим. Что мы включить? Давай рок включим. Что-то какой-то рок слабенький. Ладно, пойдет. Ну что это за трэш? Отойди. Рубим что-нибудь повеселей. Такое, чтоб качало. Так, и что тут делать? А вот что я заныкла под кровать. Мама даже нос ко мне не сует, бедная наивная женщина. Кирстен, ты умница! Джоди, будешь? Конечно, будет. Ну да, будет. Говно вопрос. Сейчас как напьется, разбуянится. Небось, не пробовала.
уже пила? Ну, конечно. Чай, кофе пью регулярно, чё вы ржёте? Ещё напиться? Давай, ещё пей. Халява же. И больше духи не придут. Отлично. Плясать можно. Хочешь? Покурить? Нет, спасибо. Курить вредно. Да нет, наверное. Хочу плясать. Зашибись. Ты чё уселась? Мы плясать пришли вообще-то. Привет. А я Мэтт. Джоди, да? Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Сдержу. Я не хожу в школу, у меня своя программа. Ясно. Потому что тебя бы я точно запомнил. А ты работаешь с мамой Кирстен? Да. Она тоже в отделе у нас. Она подумала, мне будет полезно пообщаться со сверстниками, ну и позвала. Я вот раньше жил в Лондоне, 2 года назад переехал. А ты? Ты где жила? Честно, если солгать. Давай честно, хоть узнаем. На базе. Я живу на базе с самого рождения. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? Я люблю серфинг. Играю с друзьями в рок-группе. А ты? Ты что любишь? Блин, что за ответы сдержанные, дружелюбные? Да так. Много читаю. Я вообще скучная. Слушай, а как ты попала в 4-й отдел? Честно, правду матку руби. Есть дар, связь с существом. Существо это в смысле призрак какой-то? Ты догадливый. Понимаю, звучит бредово, конечно, но это как бы невидимый спутник рядом со мной. А сейчас он здесь? Честно? Да. Да, он нас слушает. О, медляк. Потанцуем? Пошли потанцуем. Пива-то напилась. Нужно плясать теперь. Джойстиком махать еще. Наверное, тебе это часто говорят, но ты очень красивая. Ты тоже очень симпатичный. Ты не похожа на других. В тебе есть что-то особенное. Как он догадался. Ты тоже не такой, как все. Обнимай, обнимашки будут. Давай, целуйтесь.
Ну, первое свидание удалось. Так вот и надо развлекаться, раз пришли, а то застенчивые все сидят по уголовочкам. Во как надо. Сейчас я вас научу, молодежь. То потом опять на базу вернут, будет скучно. Так хоть будет что вспомнить. Все, пипец, залипло. Но вам не книжки читать. Ребят, а пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. Нет, будет прикольно. Да бросьте, она врет. И правда, Джоди, а то скучно. А, Джоди, устрой нам шоу. Да сейчас устроишь. Ну, хорошо. Только вы укакаетесь, я думаю. Мы все тебя ждем. А может, кто-то даже и уписается. Помолчите. И не шевелитесь. Как мне страшно, ща обоссусь. Заткнись, Стивен. Так. Что-то у меня выбор-то небольшой. Там кто-то есть. Не психоэма, там никого. Клянусь тебе. Как будто кто-то стоит и дышит мне в спину. Музыка. Затушить типа. Сыкотно. А вы думали? Я мерзну. Что происходит? Сейчас полетаем на стульчике. Так, тут что можно сделать? Хочу что-нибудь ужасное сотворить. Сильнее. Стоп! Гляньте на стол! А вы думали? Здесь но вам не тут. С меня хватит. Да, хватит. Да, на самом деле страшно. Очканули? Я совсем не хотела вас напугать. Простите. Вы сами просили. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Хочу подарки открывать. Хотя торт подождет, подарки важнее. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Стринги! Как я и хотела. Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь. Мой будущий парень говорит спасибо. По-моему, они очень секси. А это что за дрянь? Старая книга. И вонючая. Это букинистическое издание стихи Эдгара Аллан По. Эдгар Аллан кто? Ты что, украла ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Думает, она умная. А сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. Да. Что за молодежь пошла? Как собачка. Так и просят. О, она еще и шлюха. Я и звать-то ее не хотела. Это все мама. Ага, вот так пацан все повернул. Ну, да, ясно. Шлюха. Шлюха и ведьма. Козлы. А давайте ее проучим. Вот же уродцы, а. Что делают с ведьмами? Сжигают. Держи ее! На! Нет! О, отличница за могильной тьмы! Иди нам свою силу! Сволота! Так же с самого начала! Пожалуйста, откройте мне!
Смешной. Где там торт? Пустите, да, я уйду! Отпустите меня, я не хочу тут сидеть, прошу вас! Самое время духа вызывать. Вытащи меня! Айден! Эх, молодежь себя совсем вести не умеет. Отомщу я вам, подонки. Давай, Айден. Ну что тут у вас? Сейчас вам будет тортик. Молодец, очень смешно, Стив. Эй, это не я! Не я, правда? Может быть, это Джоди? Нифига себе, я сваливаю. Не бросайте. А чё вы уходите? Я тоже ухожу. Очканули, что ли? Дверь не поддается. Не может быть, дерни сильней. Да говорю, заперто. Да нет, я еще не закончил. Сыкотно стало, попробуй молодежь. Попробуй. Полицию вызывайте. Да. Если это шутка, то мне не смешно. А мне тоже было не смешно. Кто здесь? Хрен ты нас запугаешь, Джоди. Поняла? Тут кто-то есть! Оно тут точно кто-то есть! На чем мы так очкуем, друг? Не надо очковать, все хорошо. Вот так. Вы это видели? Тебя тоже сейчас креслится. Да ладно, че вы? Кто тут еще? Под столиком мы спрятали. Держи. Скотовод. Ага. Чё, подонки малолетние, страшно вам? Это ещё не страх. Кто это? Всё, Айден. Ты проучил их. Не, ещё. Пойдём. Долго будете меня помнить. Сказала, хватит! Вернись, мы уходим! Бля, бля! Кто тут еще? Нет, Айден будет играться. А, вот он ты. Вот этот мне самый не нравится. Где он тут? Спрятался? Что ты делаешь, Айден? Это чересчур! Нормально! Чё, всё, очко сыграло? Ладно, хватит. Ой. Живы-здоровы все. Ну, кто тут хочет поиграть еще? Кирстен, что с тобой? Боже, что случилось? Малолетние это ублюдки. Она, это кто-то она, должен был вас проучить. Она все сожгла, она ведьма! Идем, Джек. Идем домой.
первый разговор. Да? А что я сделал? Он заменит доктора Мэттьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. Он мне понравился. Иди, он тебя ждет. Ну и морда. Давай, скорей. Я тут посижу. Это мамаша, что ли? Привет, Джоди. Входи. А меня потом зовут вот Нейтан. На опыт ставит всю жизнь. Нейтан Докинс. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если ты не против, конечно. Ну, допустим, не против. Моя работа — исследовать странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Да ничего с тобой странного не происходит, ты чё? Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Так. Не, нету друга, не. Если не хочешь говорить о нем, не надо. Но вдруг тебе интересно понять, кто он? Очень интересно. Этот друг с тобой уже давно? С рождения? Он призрак? Или, может, дух кого-то умершего? Чё ты к девочке пристал? А можешь его нарисовать? Да хрена узнай, как его рисовать. Дымок какой-то летает. Сейчас нарисуем каляку-маляку. Каля-маля. Царапинами какими-то. Просто шедевр. Можно мне посмотреть? Ну, а для кого рисовал-то? Значит, это и есть твой друг, и между вами что-то вроде нити. Догадливый. Он сейчас здесь? Какой любопытный. Попросишь его показаться? Ну, давай покажу. Компьютер. Какой кайфовый компьютер. Сейчас у тебя не будет компьютера. Нравится?
Больше не хочешь? Ты приказываешь ему, что делать? Айден не слушает ничьих приказов. Никогда. Он как лев в клетке. Мы связаны. Он не может уйти. И это его злит. Я-то его не держу. Я бы его отпустила. Он меня иногда сильно пугает. Это он тебя так? Нет. Это чудище. Прикольно. Добро пожаловать в ЦРУ. Вот так ты, девчонка, и попала в ЦРУ. Центральное расследовательское управление. Расследовательное там или как они. Бурги понаделали в контор всяких. Издеваются над людьми. Все шпионажем занимаются. Ну, это после задания, видимо. Вот здесь ты будешь спать следующие 3 года. Тренировка. Мечта просто, а не комната. Не проспи. Суперубийцу делают из меня. Что, побежали, что ли? Называется-то. Не туда. Так, что-то не то я сделал. Корявый из меня солдат. Ухватилась! Раскачалась и перехватилась! Давай! Холмс, быстрей! Сколько мне тебя ждать? Китаец какой злой. О, маленькая девочка на ринге. Сейчас меня отмудохают, наверное. Понятно толком. Да чтоб тебя. Еще разок. Ну что ж, давайте здесь закончим эту серию. Целься. Обучение будем продолжать проходить в следующей серии.